Здорово, народ, какие дела? Продолжаем нашу эпопею в GStation Simulator. Короче, ой, сколько уже у нас прошло? В смысле не в игре, а у меня. В общем, что самое геморройное, ребят, в этой игре? Это покраска, конечно же, и мусор. Я прям заколебался. Хотел, короче, убрать мусор, чтобы не тратить время эфирное. Хотел убрать мусор вот там. Но, смотрите, что я сделал. Я покрасил и здесь. Красота? Красота. Но заколебался, реально заколебался красить. Времени теряется много. Внутри даже не стал пока красить. Потом с этим всем разберемся. Предлагаю. Во время там, когда у нас будут и перерывы, потому что вот это все здание тоже все можно чекой покрасить. Смотри. Каждый. То есть это все, это потеря времени. Будем, короче, играть как играть. Хотел вывести мусор. Но тут чека, это все мусор, 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 мусор. Вот это все мусор. Это все вывозить. Я, короче, подумал, что времени, ну и может не так будет интересно, потому что вверху-то идет день уже 7-й, с правой стороны вверху. Видишь? День 7-й. Поэтому, но я все-таки убирал, 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 чтобы не тратить время вот здесь, как видите, немножко прибрался. И вдруг, смотри сюда. Понял? Смотри, гитара... Подожди. А, вот так как-то. Тут еще аккорды можно менять. Чекай. Давай. На границе ключ, как там, бля, это... О, запись. Нормально, записал трек нам. Хорошо. Короче, вот это все надо выкидывать отсюда. Я сначала думал, это пригодится. Вот, переставил отсюда, вот сюда. Потом понял, что это все надо выкидывать. Но вот это вот гитара. Потом думал, еще на барабанах можно сыграть. Ну, короче, нет. Надо все выкидывать. Все это будем делать по ходу всей пьесы. Потому что, ну, это прям... Ой, сколько на это времени уходит. Поэтому вот. Погнали, короче, открывать заправку, выполнять наши задачи. Нам надо выполнить все достижения, чтобы получить возможность модернизировать АЗС. ХЗ, чё, где как? Не проезжай мимо, подожди, сейчас открою. Сейчас все пойдем. Вот это тоже мусор, да? А, это не мусор. Open. А, почитал комментарий. Спасибо большое за комментарий. Вот эта кнопка. Вот это. Вот это, которая НЛО. Не надо ее нажимать, когда этот самый. Комментарий, да, прочел. Ник сейчас не вспомню, потом посмотрю. Не забуду, если при монтаже вставлю. Спасибо. Значит, вот эта вот херня, НЛОшка. То есть, бывают такие фрагменты, что на заправке происходит какая-то ахинея. Ну, там глюки, баги разные. Там, видимо, когда она будет большая, там машины переворачиваются, переграждают дорогу. Ну, в общем, происходит некая ахинея. И нажимаешь НЛО и очищает вот какой-то баг. Допустим, там где-то машина перевернется или что-то типа того. Вот, еще раз спасибо за подсказку. Ник сейчас не вспомню, но если не забуду, при монтаже ставлю. Так, низкий уровень топлива. Го закажем. Доставка. Поставка топлива. Кстати, вот топливо тоже, я обратил внимание, изменилось. То есть 2,4. 2,4. А было 2, и один раз даже... Меньше покупал. Больше. 500 я могу заказать? Не могу. У меня 617 долларов на 413, 172 литра. Ну, давай закажем. $200 они там еще подформатировали нам. Так, все, ждем людей. Нам нужно заправить 11 тачек. Нужно обслужить больше. Сколько нам надо обслужить? 22 клиента и отремонтировать 4 авто. Хорошо. Блять, мусор. Вот, короче, когда вот такая пустота... Просто будем ходить вот так вот этот вот мусор весь собирать. Ну, потому что других вариантов я не вижу. Все равно чем-то заняться. Я просто вот эта вот херня, которая меня не достаю. Сюда тоже не достаю. И сюда не достаю. Я просто устал. Я минут 40, наверное, очищал этот склад и просто заколебался туда-сюда таскать, 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 таскать. Короче, решил, думаю, нахер. Уже, ребят, значит, будем смотреть вот в таком вот... Потому что мусор тут просто повсюду. Вот он просто везде. Но я могу предположить, что вот эта херня когда-нибудь станет чем-то хорошим. То есть нам рано или поздно все равно придется этот мусор очищать. Как заправку очищали.
Но, по идее, это должно происходить. Вон унитаз, смотри. По идее, это должно... Чуть-чуть не попал. По идее, это должно происходить, когда... Когда мы будем развиваться, да? По сути. Так, у кассы клиент, я иду. Здрасте, полицейский. Так, у меня тут чистенько, все хорошо, поехали. Маля, вот это опасно. Вот. Так, еще, да, мы тут сможем нанимать людей. Вот в первую очередь, кому я на... Найму это вот сюда за кассу. Пускай на кассе работает. Здрасте. Блин, у меня низкая... Низкий уровень топлива. Хватит ему топлива, интересно. А, у меня осталось 17, да, там было только что написано. Подожди, 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 я понял. Все, открываю кран, открываю, бегу. Та-та, сейчас. Сейчас еще. Вот, и вот это вот полотера надо будет себе тоже нанять. Вот я думаю, когда можно будет нанимать вот этих вот полотеров, они убирают вот какую-нибудь хрень? Вот, допустим, колеса вот остаются, да? Это же мусор. Или вот они смогут очищать вот... Вот территорию тут, допустим, вот тут тоже куча говна, да, какого-нибудь разного. Покрасил тут тоже, да, в цветочек. Ну вот условно, могут они убрать мой вот этот вот рум и покрасить заодно? Будут такие работники? Ой-ой-ой, сколько машин. Давайте-давайте заезжать. Слушайте, пойдемте повзламываем чем-нибудь. А, никого нет. А на ходу можно взламывать, да? Нет, наверное. Блять, это мусор или просто камни? Просто камни. Просто камни. Так, у меня тут объявление есть. Мы тут... Можем сами сесть посидеть? Не, не могу. Вообще никак не могу. Жаль. Так, ну чё? Так. Может, побольше заказать вот продуктов? Вот сюда. Давай посмотрим. Да, кстати, в 12 обновляются цены. Чё мы стоим, ничего не делаем? А тут чё надо, чтобы... 700 баксов, чтобы третью сделать уровней. Нихера себе. Ладно, потом. Так, доставка товары. Давай закуски. Что у нас по закускам? Так. Да не та клавиша, ну. Доставка. Товары. Го, будем аналитикой еще заниматься. Вот это точно дорого написано ж красным. Что ты смотришь, Максимник? Вот, вот это можно взять. Вот добавить в корзину. Вот это прям вообще хорошо. Я что дешевое буду заказывать? Пускай на складе лежит. Наверное, тут такси. Не, вот этого надо убрать. Вот это дорого. Вот это дорого. 220 мне хватает заказать. Там кто-то пришел. Здрасте. Здрасте, господин полицай. Так, вы опять два напитка, да? Ну, правильно. А вот это что? Вот... Видели там это? Доставка. Товары. Алкоголь. Опа. Но для алкоголя нам нужно... Я что? Оборудование, да? Вот, стеллажи. У меня же только напитки... Алкоголь, автохимия, сигареты, мороженка. Так, для алкоголя надо 169, либо 239. Но пока можно маленькую. 139, а для мороженка 229. Все, мы поняли. А, здрасте. Клиент у гаража, у гаража, у гаража. Быстрее, 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 быстрее. Ну, в смысле, аккуратненько. Так, подожди, подожди. Топливо, 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 топливо. Надо туда идти. Вот самое дорогое — это мастерская. Я заметил, я пересмотрел серийку. Найс, да. Бля, не с той стороны, Макс. Блядь, клиент, касса. И гараж. У тебя много товара? 4, давай быстренько. Протерли. Тихо. 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 Я еще у ворот склада. Ядрить того в коромысло. Давай откроем склад и пойдем... Нет, сначала знаешь, что сделаем? Я знаю, что мы сделаем. Вот так, чтобы он не уехал. Он же не сможет уехать, да, если будет стоять на подъемнике. Но, а куда он денется? Никуда. Да ща, не пищи, ебма. Подожди. Иду, видишь, блядь. Я один работаю, алло. Так, подожди, если я сейчас еще модернизирую, так это ж сколько у меня еще будет? О, полки пустые. Нормально, мне тут места хватает. Можно еще было заказать, но денег-то 117 всего.
Денег-то всего 117. Да-да, вали. Блять. Надо закрыть, я потом забуду закрыть. Пойду закрою. Ну, ты же не уезжает. А чё ты такой долгий-то? Давай, выезжай. Там ремонт надо делать. Закрываются. Все, бежим. Шифтить нельзя. Бегу, дорогой клиент. Так, чё у тебя там? Давай. Два колеса, два этих. Вот надо что заказать. Вот что надо заказать. Это прям дорого-богато. Мышка опять пропадает куда-то. Дорого-богато. Снимай, ставь другое колесо. Быстрее. Давай. Оп. Все, отлично. Четко, давай. Колеса надо обязательно заказать. Колес мало. А колеса дорогие, да? По 50 долларов что-то было. Что-то было по 80, что-то по 90. Так, вот это мне обязательно надо. Потому что мне надо еще, помимо вот этого клиента, надо еще будет троих обслужить. Зеркало. У тебя оба побито, да? Сейчас будет. Я смотрю, открывается этот. Тоже пересмотрел серию, там этот открывается. Капот. То есть дальше, походу, я смогу ремонтировать там вообще все. На заправку можно будет просто понанимать разных людей. А здесь заниматься ремонтом. Или вообще, а потом же я вообще понанимаю вообще... 350! Нормально. Вообще потом понанимаю всех, я вообще буду сидеть, пить вот там вот пивко, алкоголь и все, да? И все будет найс. Так, бегу. Здрасте, пописали, обкакались? Хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу, пописаю, где хочу, обкакался. Так, вас уже двое стоит. Сейчас, ребят. Я вот так вот. Стой! Не пикнуло. Да хорошо, 1.50 даже, не полтора. Так. Да, я встал нормально заказ. Вот, нормально. Еба, уже 400 баксов. Ну там, да, 350 было. 350 прям четко. Трюха. Да, have a nice day. Вам тоже, да. Спасибо, счастливо. Здравствуйте. Че у вас? Она чуть не упала. Да иди. Я вроде поднял сенсу, ну не сенсу, вернее, а DPI поднял, но все равно. Как-то вот, вот эта вот черная мышка, она такая... Все нормально? Хорошо, мы растем. Так, здрасте, вам бензинчик, держите. Вам бензин, ДТ, шо вам? Thank you, пожалуйста, спасибо. Ёпарасты, ты один зашел и просто насрал. Просто засрал мне весь магазин, супермаркет мой. А вот это, почему вот это не очищается, я не понимаю, вот этот песок. Я, блядь, что-то тер полотером и нихера не вытер. Так, хорошо, надо заказать колеса. Колеса-то вдруг приедут. Так, автомобильные запчасти, вот шины. Еба, что так... Не, пока не буду заказывать. Надо ждать следующего дня. Так, зеркала у меня там... можно заказать, кстати, добавить. 85, все равно дорого. Пока что закажу зеркала. Еще вот так вот добавлю. Так, а можно все в одной? Работник. Работник неактивно. Декорации. Что это такое? Еба, линия рога. Нет, денег нет. Нема денег. Снаружи декорация. А, это мы не доделали. Блядь, 90... Ну давай. Давай сделаем красоту. Дорожный знак. Вот 66-я у нас улица. 110. Ну все. А дальше еще будет передняя часть. Задняя часть. Смотри, туда еще могу наставить. 50. Передний сектор. Блин, ну это прям очень все затратно. Пиздец, было 400 баксов, не осталось. Клиент у гаража. Нет, декорация дорого. Подожди пока с декорацией. Подожди. Да стой, надо... Да не валик, что ты валиком мусор будешь. Здрасте, господин полицейский. Подождите, у меня клиент у гаража. Дайте его хотя бы поднять на вертел. Хотя бы так. Не, ну а что, я не прав, что ли? Ходят тут. Топчут. Ты, блядь, что, просто прошел, мне натоптал? А, ты в туалет. Здрасте, вам заправка сейчас.
Я уже жду, давай. Да не сигналь, подожди. Это мне в гараже сигналь? А как он может в гараже сигналить? Он же на подъемнике там стоит. Давай. Обслужите клиентов магазинов, автомобилей. Что у тебя? Блядь, колесо. Бля, надо колесо заказывать. Но они дорогие, я же ничего не получу с колеса. Интересно, сколько стоит одно колесо при этом? Но было написано, что я не потеряю, но заработаю мало. То есть я не буду в минус как бы работать. Но буду работать... То есть в минус я фактически не могу работать. Что там у тебя еще? Бля, еще одно колесо. А, колес-то нет. Короче, колеса надо заказывать. Колеса надо заказывать, иначе... Иначе будет... Полное же пито. Давай. Ты попадешь в колеса, нет? Так, что там у тебя еще? Дверь. Так, зеркала еще чуть-чуть есть. Красители тоже пока хватает. Этого ничего не надо. Да давай. Вот теперь вот тут. Хорошо, хоть не надо водить прям по самой линии. Можно прям вот типа рядышком. 270. Хорошо. Хорошо, нормально. Клиенту касса. Клиенту касса. Один. Здрасте, клиенту касса. Дайте протру вам, чтобы вам было приятно. Офицер. Маля, чуть было не было. Тихо. Супер, да? Красава. Красава. Так, второй, да, обслужу еще тетю. Дай тетю обслужу. Так, тихо. Тетя, супер. Найс. Слушай. Хотел посмотреть, где этот самый экран. А, тут нет, да, ничего такого. Яркость. Может, игровые? Во, ви... Фов, а ну. Во. Не, если будет некомфортно, потом скажете. Просто видно больше. Вот прям видимость. Иногда вот стоишь и что-то вот... А сейчас прям хорошо. Обзор. Фов, я люблю фов. Мне фов всегда нравился. Многие не любят, а мне норм. Смотри, как хорошо видно. Вот прям тут видно, там видно. Все, вот прям четенько видно. Да? Да. Да все, хорош мести. Так, что у нас? Еще двоих починить, обслужить. За колеса, ёпарас, это ты работник. Доставка. Автомобильные запчасти, шины. Блядь, как дорого. Раз, два, три, четыре. Ну, давай пять. Блядь, четыре заказал, ну и ладно. Ну, четыре колеса пока хватит. 200 баксов осталось. Чё по топливу, это тоже наш заработок. А, доставка, топливо. У нас 134, нормально еще хватает. Бля, дорого. Прям дорого, бля. Дорого топливо. Здрасте. Вам много, мало, сколько вам? О, нормально. Супер. Мне нравится. Тоже, сколько топлива осталось теперь? 119, блин. Вот увеличить бы немножко, но думаю потом. 325. Так, что куда там едет? Это доставка едет. Здрасте. Давайте попробуем, слушайте. Ну, не это самое, ну. Что, не, никак? А, у тебя багажник? А, во, багажник здесь. Так. Значит, как там? Ага, не так. Извините, я просто попробую. Здрасте. Блядь, серьезно? А спалить могут? 13 долларов. Извините, все, убираю. Они меня могут спалить, нет? Здрасте, я у вас 13 долларов взял. Что вам еще? У тебя взял, нет? Что там было? А, можно щелкнуть. Прикиньте, можно щелкнуть просто. А я держу. Найс, да? Найс. Найс, хорошо. Ладно, натоптал, но я тебя за это 13 долларов хапнул. Иду. Иду, друг, иду. 83, кстати. Я скоро стану популярный. Скоро стану третьей популярностью. Все, открываю, на, держи. Заезжай. Потихоньку, короче, вот это оборудование все буду выкидывать. Бля, выкинул. Оно как-то...
Ну, почти. Ладно. Все, спасибо, уезжайте. А, я думал, не влезет, прикинь. Я забыл разгрузить, там эти пополнить. А, склад, вот это все. Давай, 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 уезжай. А че у меня так много всего? Уезжай быстрее. Уезжай, клиенту топливо надо. Топливо надо будет заказать. Топливо надо будет заказать, а дверь надо обязательно закрывать, потому что воруют, скорее всего, Дениска. Писюны тут рисуют, воруют. А, топливо, я к человеку к кассе подошел. Думал, ушел клиент. Все, наверное, красава. А я кра... О-о-о-о-о. Так, вот этого тут нет. Тут мало чего влазит. Может, тебе еще что-нибудь? Смотри, сейчас еще сюда положу. Бля, товар. Это ты насрал? Блядь, бак скоро будет полный. Здорово. Смотри, можно просто взять вот так вот. Не надо тянуть. Блядь, надо все-таки. Нет, надо прям брать. Бля, я комбо просрал. Поэкспериментировал, бляха. Мух, там такой комбо. Сколько у меня комбо? Ты че, не дал... Популярность тоже упала, да? Бля. Чё? А чё они нервничают? Ему, между прочим, бесплатно все досталось, если что. Сука. Так нечестно. Кстати, даже с этим фовом удобнее стало выкидывать. Прям хорошо стало. То есть вот это уже минус. Вот это я сработал в минус. Так, надо снеки заказать какие-то, да? Блин, ну мне надо повысить станцию до третьего. Слушай, а там помнишь клиентов типа больше, чтобы было? А где это было? Затраты натоплены, заработано. Слушай, нормально заработал. Где-то было... А где это? А вот! Вот, вот, очистить можно. Парковочное место. Если сделать парковочное место, то это будет, получается, больше народу, правильно, сможет парковаться? Так, где этот... А, он тут стоит. Блядь, топливо. А где этот стоит наш? Рудольф. Рудольф Иванович. Будем называть его Рудольф Иванович. Отлично, хорошо. Здрасте. Я заколебался уже бегать, алло, тетя. 5 товаров у нее. Ладно, давай. Так, вот сейчас все, буду аккуратно. Нужно комбо. Комбо копить, потому что от комбо это чаевые. Чаевые это бабки. О, тут тоже бабки. Тоже чаевые. Так, что я хотел? А, Рудик, Рудик, Рудик. Рудольф аж там припаркован. Еба, как далеко надо ехать до него. А может я вот это тоже уберу? Рудольф, поехали. Едем. Так, извините, пропустите. Так, шифтуем. Ну, шифтуем, он нагревает. Как нет топлива? Как, блядь, нет топлива? Охренеть, этот Рудик жрет. Рудик. Рудик, ты охреневший. А это же минус топлива получается мое, полный. Найс, а чё найс? А, это там посрал. Посрал, найс. Красава вообще. Найс посрал. Молодец. Найс посрал за... А, по-моему, $1.50, да, нам еще с этого? Все? Угу, хорошо. Найс посрал. Так, потом я там приберусь. Мне надо расчистить вот здесь вот. Ну-ка, давай, поехали. Не обратил внимания, $1.50 мне дается за то, что он там покекал и найс мне сделал. О! Блин, а сразу не расчистилась. Ты смотри, как он топливо жрет. А интересно, когда я вот это его охлаждаю, топливо тоже жрется? А я туда везу? Блядь. Я не туда повез. Не май сейчас топливо. Давай, езжай. Можно вот так вот сжать. Да? А топливо больше естся, когда я прожимаю shift. Турбо, турбо, турбо. Все, охладил.
Надо периодически как-то зажимать, да? Блин. Тихо. Так, клиентов нет. Ну вот, вечернее время, 22, клиентов немного, поэтому можно вот позаниматься вот такой вот. Блять, смотри, у него уже нет этого топлива, прикинь. Так где я там расчищал? Вот здесь где-то. Охладись. Охладись. Рудольф Иванович. И чё? Почему я не могу? А. Вот. Клиенту топливо. Сейчас, подождите. Так, охладись чуть-чуть. Рудик. Так, может, сразу расчистить все? Ладно, будет ночь, не будет клиентов. Я вот тут вот все расчищу. Я говорю, вот этот мусор убирать, это, конечно. Так, все. Популярность выросла. Сори, пока я ездил. Нам лайк поставили и третий этот. Достижение в стиме там. Троечка и вот это вот. Надо включить вот это, чтобы было видно. Круто, пока я там ездил на экскаваторе, оно само что ли? Я бегу. Прям хочешь на бэнни-хоппе к тебе подлечу. Так, оп, как в КС-ке. Оп, здрасте. О, гараж. Гараж это то, что мне нужно. Гараж мне еще два человека. Да-да. У гаража. Так, этого у меня ничего нет. А напитков? Вот напитки. Place all. Ладно. Там было написано, увеличивайте ассортимент. Чем больше ассортимента, тем типа круче. О, слава богу, я ж точно, мне ж привезли. Больше нет. Так, что у вас? А, колесо. Вовремя я колеса заказал. Но дорого, но вовремя. Дорого, конечно, но вовремя. У него аж два колеса. А если кто-то приедет сразу с четырьмя, надо колеса. Короче, колеса тут самое важное. Так, колеса у меня стоили 65, да? Два колеса, вот сейчас проверим. Сейчас тут только два колеса. 65 у меня был заказ колес. Интересно, плачу я за логистику или нет? Или мне просто привозят, и это все включено? Что-то там деньги откуда-то сыпятся, видал? Все, что ли? А, у тебя еще не все? Что у тебя еще? А, у тебя еще два зеркала. Нихера ты поездил. Два колеса, два зеркала. Блин, ну зеркала у меня и были, и я там заказал их по 90, по-моему, или сколько, я не помню. Так, что там, еще одно зеркалце, да? Зеркалце. Ты, конечно, зеркала бью, эти зеркала и колеса, вот. Блин, ну я так не смогу вычесть. 360? Ну, найс, да, согласен. Круто, да, тебе? Так, тихо, там топливо. Еба тут колес. Все, езжай. Езжай, я пошел дальше. Так, 4.25, 9. Не сюда, подожди, хотел, сейчас. Сейчас. Блять, кофе кто-то тут насрал, что не мог там выкинуть где-нибудь. Бери кофейную эту кружечку, вот, все хорошо. Отлично. А, здрасте. Бля, надо было сначала топливо, наверное, налить. Протрем. Протрем, потеребим. Тихо! Блять, почему вот они криво ложат, а мне приходится из своего, скажем так, карман. Грейт, час 59. Рубль 59, вернее, дали. Там кто-то опять нагадил. Я устал уже бегать. Так, топливо надо. Найс, найс, да. Блядь, какие вы засранцы, а? Вот поставлю вам тут рога оленя вот здесь где-нибудь, будете знать. Так, тут у меня нет ничего. По напиткам что? Place all. Понятно. Так, 10.11, 15, обслужить клиентов магазина. Сейчас, где ваши клиенты магазин? Так, все, надо мусор пока, да? Нет, надо заказать. Что сигналишь? 900, прикинь, 900. Может, сделаем? Давай. Выполните больше задач. А-а-а. Ну ладно. Ладно, давайте тогда. Доставку нам нужно бензинчика. 2.25, вот уже подешевле. Давай мне литров 100, и у меня будет 153 литра, да? Правильно я говорю же? Все хорошо. Чтоб тебя. Вот. Так, а ну-ка, заполни мне уже вот этот вот мешок, чтоб я... А я могу его вот так вот выкинуть? Не могу. Т, больше информации.
Понятно. Угу. Не-не, не та клавиша. Выбросить я его не могу, пока он не заполнится. Так, чё? Ничего, да? Никто ничего не хочет? Го, посмотрим, что там еще есть. Чё мы там еще? А, я ж вспомнил. Что это у нас? Во, паркинг. Бля, 399. Ну, как раз я вовремя. А тут что? Туалет? Клиенту гаража. Так, давай паркинг, вдруг больше людей будет. Во! То есть раз-два еще паркинга. Все отлично. Все, больше ничего тут не надо. Нет, не надо. Клиенту гаража, вот ты мне нужен, я бегу. Бля, гараж с другой стороны. Бля, клиенту топливо, клиент там. Топливо это, конечно, хорошо. Но мне нужен вот этот вот. Его, он один остался. Именно для задач. Пожалуйста, что у вас? Низкий уровень топлива. Что у тебя? Только не говори, что... Колесо. Ну, колесо... Надо опять колеса заказывать. Ядрит его в коромысло. Опять колесо. Давай. Клиенту кассы. Низкий уровень топлива. Клиенту гаража. Тап... Или в гараж, это который я ремонтирую. Или там уже очередь. Что там у тебя? Зеркало. Эти зеркальца скоро закончатся. Ну, это же просто трэш. Просто, блядь... Ладно, работаем в поте лица. Я реально... Что у тебя еще? Еба, у тебя еще одно колесо. Нема колес, братан. А что будет, если я ему не поставлю колесо? Он уедет или он так и будет висеть вот на вот этом вот... На подъемнике? Интересно, да? Как это будет? Давай. Так, хорошо. Да, have a nice day, да. Так, колесо и будет полный мешок. Вот, мешок полный, забираем его. Выкидываем вот сюда. Рядом со станцией топливо. Блять, давай откроем. Подожди. Здрасте. Здрасте. Так, два товара, не так и много. Пик. Подожди. Было написано два товара. Почему один? Вот, осталось пять. Это не осталось 5, это осталось до... Нет, это количество его товара. Я думал, это осталось до... Да иди, блядь! Бесплатно, сука, напиток достался. Невежа, то иди, а то вымету тебя отсюда. Нах. Так, осталось обслужить клиентов магазина. Давай. А ты являешься клиентом магазина? Так, 6.25. Не, ну и вряд ли. Не, он ничего хватает. Не 6.25, 16.25. Ты нормально там все выкинул, да? Молодец. Денег 666.33. Вообще норм. А 666.66 никак не получится. На колеса, ребят, заказ. Колес нет. Типа 65. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну пускай будет 6 колес. 390, блин. 6 колес. Колеса нужны, колес нет совсем. Так, что там? Бля, и тут уже все полное. Когда вы успеваете гадить-то? На, по лицу тебе. Попал, не попал? Магазин в магазин. Давай тут сразу тоже беру. Оп. Слушай, так уже оперативно получается. Надо еще снеки заказать. Во-во, бери-бери. Бара-бара. Алкашку еще бы заказать. Ну, блин, денег надо много на эти, на тумбочки, на все вот это вот. Потом еще на этот, на само питье, там сигаретки, я хотел мороженое купить. Но что-то как-то так себе. Прикиньте, вот этот сделать еще онлайн проект, чтобы он был онлайном. Это было бы, да, заебумба, чисто такой открытый мир. Так, здрасте, да, давайте начать игру, мини-игру. 7 продуктов у тебя. Блин, как бы с комбо не сбиваться. А когда я смогу работников нанимать? Тихо. Ой, бля, чуть было не было. Amazing, да. Я amazing, блядь. Я красавчик, я amazing. Когда я вот это, вот работник. Работник не активен. О, пошел, пошел народ, народ пошел. Народ пошел, сейчас. Подожди. Пошел народец. Народец полетел. Тихо.
Рот полетел. Река красота. Лепота просто. Народ пошел. Найс. Найс идеально. Тетя, давай. Следующая, заходи. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Будешь у нас на Колыме, милости прошу. У меня найс магазин. Хотя у меня вообще-то заправка. А я тут и супервайзер, и продавец, и заправщик, и этот, как его, и логист. Я вообще все иду у топлива. Вообще просто. Восьмируки пятиху, или как там вот это вот. Ну, короче, осьминог я. Вообще успеваю. Great job, да, job great. Так, мне 5 клиентов в магазин. Так, что-то грязновато там у меня стало. Да ща бегу, видишь? Койот. Койот, иду, бегу, койот. У него на фуре койот написано. Написано у него койот. Да? Койоте павы. Кар. Кар партс. Да. Все, вали. А что они сами не... Блядь, места-то не хватает. Да, клиент у гаража. А у меня ни мани колес, ни хера. Подожди, у гаража. Гараж я уже выполнил. Я уже и в автомобиле заправил, мне надо... Вот, касса, касса. Вот интересно, если он на гаража уедет, у меня популярность понизится или что произойдет? Проверить бы. Закрывается та дверь, не увидел. Вроде закрывается. Бегу, 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 бегу. Бегу. Бегу, бегу. Ладно, хуй с ним. Не в смысле не это, а вот сделаю так, чтобы не уехал. Да давай! А сейчас у него, кажется, 4 колеса, но я заказал 6, да? Мне их просто надо на полку выложить, и как раз полки будут от этого свободны. Так, а время утро. Это сейчас народ попрет утро. Можно закрыть, конечно, заправку. На время. Да, да, хорошо. Красавчик. Что у тебя? Что у вас? Еба, 4... Как я и говорил, 4, сука, колеса, а? Блять... О, 4К. Во, кстати, ну у него еще и зеркало. Ты где катался? Это закон подлости, прикинь. Заказал 6 колес, или 5, сколько я там заказал. И у чувака этот сам. По 65 я заказал. Так, колесо. Вообще нормально он там где-то поездил. Клиент топливо, клиент касса. Да подождите, алло, ребят. Ща бегу, надеюсь они не уйдут. А сколько мне времени дается? Нигде это не написано, вот что по времени. Вот сколько мне надо времени, вернее, сколько будет клиент стоять ждать? Или они будут стоять ждать вечно, или как? Или потом расстроится, уйдет, и у меня популярность упадет. Либо штраф какой-то прилетит, либо дядя, блядь, приедет, либо его друг дадут, блядь, по щам где-нибудь. Вот вопрос, а? Блядь, такой день... А мне вообще спать надо? Спать есть. Вот это хорошо, что вот этого нет. Было бы еще это же было бы... О, там пизда происходит. Чай, ребятки. Вот интересно, сейчас проверим. У меня 40. 40. Популярный, в смысле, 40. Вот 40%. Сейчас проверим. Так, ему осталось зеркало, да, сделать, и все. Потом еще колеса надо отсюда. Так, какое у тебя зеркало? То дальнее. Блядь, зеркало надо будет заказывать. Они, по-моему, по 90, да, там стоят. Одно зеркало 90. 90 просто. Все. 420. Нормально. Касса 3. Еба. Ебака, смотри. Перебрал я немножко с топливом. Касса 3, вот-вот-вот, вы мне все нужны. Все, поехали, поехали. 9 товаров у тебя? Ты с ума сошел. Ладно, нормально, это деньги. Просто мне надо... Мне надо все это по-быстрому. Вот. Почище. Так. Тихо. Пожалуйста. 2,28 чаевые. Нормально. Так, еще один нужен на кассу. Еще один клиент. Так, протрем. Чистенько, красивенько. Вам нравится, да? Популярность, что... Так, популярность 40, 46. За прошлого, то, что я обслужил, мне дали 6. Подожди, почему 6? Блин, 2 всего дали. А этот, который был в мастерской, мне ничего не дали за ту популярность? Я не понял. Я же его там нормальным. 4 колеса. 4. 4, мать его, колеса. Да, я такой. Ты что стоишь тут? Я тебе такие круги постоянно наматываю. Да, что-то я открыл этот, и прям хорошо. Надо еще убраться, там пипец не убрано. Не здесь, а вот там, вот в хате надо подмести. Вот, хорошо. Слушай, может вот это тоже выкинуть сразу, раз оно тут не нужно. Блять, ну если потом это все мне пригодится, вот это будет обидно.
Иди сюда, мешок, ты... Немножко застрял. Воу! Да тихо ты, я что, в тебя что ли кинул? Так, чуть-чуть. А что не сигналят-то все? Я думал, ебано топтали. Во морося, во топчат. Тихо, тихо, тихо. Топливо тебе. А где мне еще один в магазин? Так, вот это мусор, да, я так понимаю? Кто-то насрал. Что ж такие засеры? Так, тут я... тут нет, надо заказать. Блин, бухлишко не очень хорошо. Ну, в смысле, питье. Ща, даю, 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 бегу. Держи. Оп. Ага, да, хорошо. Так, чё? Что, где, куда? Мне нужен еще один вот сюда. Может, закрыть? Так, 900 бачей, 900, почти косарь. Давай... Нет, там, по-моему, 700 долларов надо, да? 700 же баксов нужно будет для... модернизации. Подождем. Вот это, конечно, раздражает. Прямо они тут... Блин, жалко, что только по одному мешку можно тащить. Не, мусорщика надо по-любому. Не мусор, а уборщик. Уборщик. Короче, вообще надо все покупать. Всех покупать. Вот, пришел, блядь, мусор выкинул, ушел. Гаденыш, а. Так, у этого два товара, отлично, это немного. Это немного, это то, что мне нужно по задачам. Все, до свидания. Так, задание выполнено. Улучшите свою заправочную станцию до 3 уровня. Подскажет, вы можете выполнять задачи в любом порядке. В любом. Давайте сейчас я эту обслужу. Тетя, блядь, ты можешь, сука, не топтать? Так, надо закрывать, короче. Надо закрывать станцию. Закрывать сейчас улучшим. Сейчас. Еба у нее товар. Ну ладно, это нормально. Это норма. Давай. Оп. Да-да-да-да-да-да-да. Так, здрасте вам. Блять, у него 7. Тихо. Не всегда вот... Да господи, то нужен был один человек, теперь их... Долбанное количество. Так, получено достижение. 50 мне дали. 50. Я отслужил 50 человек. Еба у нее товаров. 11 штук. Давай, тетя Мотя. 11 так 11. Подожди, они из ленты могут слететь, да, товар? То есть, если я вот так вот потру. Там уже кто-то за ней стоит. Не, никто. Все, тихо, дайте улучшить. Так, больше инфо. 1200. А, не, это у меня. Блять. Опять все красить. Получено достижение. Опять все красить. Опять все красить. Да, да. Ну ладно, я не буду. Так, пошли в это. Не заезжай сюда, не заезжай. Все, у нас перерыв, хотя время 16. Пока что перерыв. Все закрыто у меня, все. У меня все закрыто, валить. А он расстроится? Вот у меня популярность от этого упадет. Да, нет, наверное. Так. Давай. Давай. Пространство. Пространство. Пространство надо будет покрасить. Так, это у меня просто она стала вот прям большая, да? Подожди, так это они потом объединятся, что ли? Не, ну не может быть. Вот тут еще, наверное, что-то вырастет. Там полок наставим, мороженку поставим. Так, ребят, давайте на этом будем заканчивать. Продолжим в следующей серии. Ну а на этом вроде бы все. С вами был Макс. Пока. Как обычно, всех обнял, поднял, на место поставил.